Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original, ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor, sigan estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha, hagan clic en Configuración. Seleccionen Subtítulos, elijan el idioma. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse a este canal. ¡Que disfruten del cine ruso! Лера, тебя Кирилл Алексеевич зовет в свой кабинет. Мы хотели его успокоить? Мы хотели его успокоить. А потом сели играть в правду или действие. Кирилл Алексеевич, я не разбираюсь в чужом кайфе. Макс просто был не в адеквате. Кажется, нашли Максима Плетнева. В реке утонул. Не знаешь, что это, Коваль?
А у нас есть те, кто знает, что это, да, Василевский? Чё за хрень? Почему мы вместе отдуваемся и на допрос уходим, а денежки Макса ты один тратишь? Айфон себе купил? Ему же дядя подарил. Какая же ты тупая, какой нахрен дядя? Ты посмотри на него! Видно же, что он купил! Посмотри мне в глаза. Ты когда карту спёр? Я просто хотел пошутить. Айфон, это очень смешно. Ты нормальный вообще? Как можно было на деньги покойника айфон купить? Ты не понимаешь, что тебя выследят вместе с тобой и нас? И допрашивать нас будет не Красникова с этим психологом долбанутым, а реальный следаки, ты это понимаешь? Соня, да хватит орать. Твой отец все разрулит. Да не все он может разрулить. Ему звонили из Москвы. Сказали, что дело под особым контролем. Мы все подозреваемые, все! Но я ничего не делала. Это не важно, ты была с нами. Будешь отвечать вместе с нами. Ну, мамочки, что будет? Нас посадят? Ты тронулся свою карту, зачем ты взял? Да нахрена? Ты крыса! Сама дура, отстаньте, понял? Прекратите, ну может он не виноват? Конечно, карта сама ему в рюкзак прыгнула. Ты что, блин, несешь, не беси меня. Можно мы пойдем? Я ничего про карту не знала и знать не хочу. Стоп, никто никуда не идет. Все остаются здесь. Значит так, с родителями мне разговаривать и говорить только то, что я разрешила. Это понятно? Психолог под нас копает. Я спрашиваю, это понятно? Понятно, все понятно. Это понятно. А с картой что? А что, тоже айфон хочешь? А если и хочу? Карта пока у меня. Потом, может, с отцом поговорю, может, выброшу, не знаю. Кстати, ты айфоном не свети, лучше дай его мне. Че это? Может, мне дядька подарил? А, ты это следакам рассказывать будешь, они тебя сразу раскусят. Ты что думаешь, мы не знаем, что твой дядьку скоро попрут с завода? Он тебе за всю жизнь ручки не подарил, а тут айфон, давай сюда! Василевский, правда не тупи, делай, как говорят. Давай сюда. Все, все свободны. Лера, постой. Давай покурим. Че, как дома? Как обычно. Отец бухает, мать на работе. Ты им рассказывала что-то? Нет, конечно. Все, как ты сказала. Отец про таблетки не понял? Да нет, вроде. Но вообще невменяемый был, поорал и все. Ты быстро мне рассказала, что ты слила. Ты что, дура? Ты страшно! Пусти, ничего! Ты мне все расскажешь! Ничего не говорил! Ничего, ничего не говорил! Пусти, я тут что творишь? Что вообще приперся? Кто тебя звал? Да я стоял и услышал, как Лерка орет. Да вы вообще не по-одиночке ничего не можете! Вас сразу расколят! Алкоголя не было, мы все играли в правду или действие. Этот следователь не хочет обращать внимание на однотипность ответов. Ее волнуют только мои вопросы, а не ответы детей. Ну, это было сразу понятно. Рябов поставил своего человека и не хочет давать делу ход. А что общение с родителями? Что-то дает? Пока нет. Но я не сдаюсь. Один раз попробовал, второй раз попробую. На третий, может быть, что-то и получится. Сейчас поеду к маме Смирновой, на точку, как она выражается. Поедешь со мной? Ну, даже не знаю. Почему нет? Просто с мамой Лерой будет разговаривать. Тяжело? Ну, ладно. Поехали, я хотя бы морально поддержу. Скажите, а во сколько Лера вернулась домой в воскресенье? А я откуда знаю? Пришла и пришла. Я товар принимала. У меня фура задержалась. Сама в 3 часа ночи приползла. А какие отношения у нее были с Максимом? За отношения я бы ей голову открутила. Не было у них ничего. Вообще-то я не об этом. Насколько я понимаю, именно Лера позвала Макса на день рождения. С чего бы это? День рождения чей? Сонькин? Значит, Сонька и пригласила. Моя Лерка в жизни бы не полезла. Скажите, вы разговаривали с дочерью о случившемся? Лера что-то рассказывала? Зачем? Что зачем? Зачем мне с ней об этом разговаривать? Ну как, возможно, это как-то на ней отразилось. Может быть, она была подавлена или расстроена чем-то. Вы ее не спрашивали? Вы издеваетесь, что ли? Я с 5 утра на ногах до поздней ночи. У меня 3 точки в разных частях города. Тамара Сергеевна,
Грузчик опять забухал. Что делать? Вот. Грузчик забухал. Что делать, что делать? Ну, звони Зайнуру, пусть даст кого-нибудь в помощь. Двоих проси грузчиков. Достали уже все, понимаете? И вот так каждый вечер, каждый день, с утра до ночи, с утра до ночи. Понятно. Вы с дочерью-то общаетесь? Послушайте, я общаюсь со своей дочерью, общаюсь. Когда могу? Вам-то что? Мы просто хотели узнать, что с ней происходит в последнее время. А почему вы у меня об этом спрашиваете? Я ее вижу утром и вечером, и то не всегда. Она в школе постоянно. Вот вы ее в школе видите чаще. Ко мне какие претензии? Я ее пою? Пою. Кормлю, кормлю, одеваю, в школу отдала. Вот пусть в школе за ней следят, что с ней там происходит. А вы? Вот вы в школе зачем? Следить за тем, чтобы была благоприятная психологическая обстановка. Вот. А я смотрю, что-то вы не очень-то следите, раз у вас дети пропадают, а? Ну, вообще-то не у нас. Мальчик пропал на дне рождения, а не в школе. Ну, хорошо. Если вы ни при чем, я каким боком? Послушайте, ну вы же тоже мать, в конце концов. Вы должны понимать. Пропал ребенок. Вам не жалко... Не жалко кого? Таньку? Таньку не жалко. Бог не Тимошка, видит немножко. Тамара Сергеевна. Там со Степана Разина звонили. До них машина не дошла. Да ёк-макарёк, да что такое, а? Вы извините, мне работать пора. От Лерки, если надо чего, сами у нее спрашивайте. Взрослая девица. До свидания. До свидания. Алло, где машина? Машина где? Вот и поговорили. А я вас предупреждала. Сколько родительских собраний с ними проведено? Мы еще от детей чего-то хотим. При таких-то родителях. Им же ничего не надо. Ну, это не совсем так. Они все хотят для своих детей лучшей жизни. Просто каждый по-своему. Вот мама Сотниковой, например. Она же с утра до ночи работает. Все, чтобы семью обеспечить. Чтобы Лера могла поехать в Москву поступать. Интересно, она знает, куда она будет поступать? И зачем? Какой у нее талант? А вот это ее уже не интересует. Хочу получше узнать эту историю. А то у меня какие-то разрозненные куски. Поедем ко мне? Как-то неудобно. Почему нет? Ты боишься, что тебя скомпрометируют? Чай не 18 век, сударыня. У нас тут скорее темные века. Ну, ладно, поехали. Ты молодец. Я не думал, что ты так можешь держаться. Так страшно мне не было никогда. Мне тоже. Слава богу, это был не он. Только еще ждать, если в следующий раз будет. Таня, успокойся. Он найдется, я это чувствую. Я же ничего не чувствую. Ты сейчас есть дела? Нет никаких дел. Придешь? Не хочу одна оставаться. Конечно. Ого! Да у тебя и правда доска, как у настоящего детектива. Только вопросов больше, чем ответов. Ответов пока нет, буду честен. Но есть вопросы, это уже хоть что-то. А может, по бокальчику? Ну, если это не слишком дерзко с моей стороны. Да чего уж, нам уж, куда уж. Да? Все приличия попраны. Давайте. А сыр, сыр есть? Обязательно. Итак, главный вопрос, куда пропал Максим? И кто об этом знает? Могут ли знать дети? Я в этом почти уверен. Они говорят один и тот же текст, и у них есть одна общая тайна. Что-то произошло на поляне, из-за чего исчез Максим,
И они не хотят об этом говорить. Это мог быть несчастный случай? Есть несколько версий. Одна из них, мне кажется, что Макс действительно мог быть пьян. Может быть, он полез куда-то, упал. Я не верю, что на поляне все были трезвые. Я думаю, там был алкоголь, причем в избытке. Может быть, не только алкоголь. Тут я с тобой согласна. Я тоже не очень-то верю в трезвую вечеринку. Итак, у нас есть девочка, которая подверглась буллингу в классе до Макса. То есть дети уже один раз были повязаны общей неприятной историей. Сложился коллектив активистов, который под руководством Сони Рябовой способны на многое. Поскольку эту историю не сделали явно, не объяснили детям, не поговорили с ними, что действия отравляют всех участников буллинга, и тех, кто травит, и тех, кого травят. Ну да, и у них появился новый объект, который не так уж просто сломать. Да, тут подвернулся удачный случай. День рождения Сони Рябовой. И дальше она сама, либо они вместе придумали какой-то план. Мы уже знаем, Макса пригласил на день рождения Лера, а не Соня. Это уже странно. А его не звали? Рябова сказала, что они позвали его мириться. И вот тут как раз несостыковочка. Но они могли его избить и потом где-то бросить? Лес прочесывали тщательно. Если был бы труп, уже нашли. Ну, не считая того, что нашли в воде. Закопали. Ужас какой. Мы же о детях говорим. Ты же сама мне в первый день сказала, что есть множество причин допустить такое развитие событий. Да я знаю, что не хочу верить в это. Я тоже. Зайди ко мне. Вызывали, товарищ полковник? Все, приехали. Звонили из Москвы. Плетнев сделал какие-то там звонки по своим контактам. Мы теперь на особом контроле. За 5 дней работы результатов никаких. Твою мать. Кого-то присылают к нам? Пришлют, не сомневайся. Пока просят отчитаться по делу. А что мы им показывать будем? Это ты мне скажи, что мы им показывать будем! Так, быстро подготовь мне отчеты по поисковой деятельности. Бегом! Попробуем, авось пока прокатит. Так точно. Макс вернется, и мы все вместе куда-нибудь поедем отдохнуть. На море. Потом домой. Тоже вместе. Да, главное, чтобы он вернулся. Он вернется, я уверен. Знаешь, нельзя так говорить, но эта история случилась с нами не просто так. Да, тоже точно не просто так. Ну, Тань, да слушай. Я все понял. Никого дороже тебя и Макса у меня нет. Все, что я делаю, это для вас. Просто жизнь как-то завела. Я даже не знаю, как объяснить. Я и сам не понимаю. Только не бросай меня, пожалуйста. Давай сейчас будем вместе. И потом тоже. Я не злюсь на тебя. Просто по привычке повторяю что-то. Ну, нет у меня таких эмоций. Я просто очень за Максима я боюсь. Я сегодня вот ехала в морг, я думала, я повторяла одно и то же. Только чтобы не он. Потом увидела этот труп, я поняла, может быть, это шанс, может быть, он жив. Он жив. Только надо в это верить.
Я подключил еще людей. Москва будет контролировать процесс местных поисков. Пришлют еще своих людей, наверное. Я завтра сам поеду с группой. Мы его найдем. Живым. Что там? Нашелся этот ваш пацан? Да нет. Что говорят? Да ничего не говорят, только спрашивают. Он сегодня на допрос должны вызвать. Вы там смотрите это? Не сболтните что-нибудь? А чё? Вы ребята хорошие, и я не хочу, чтобы это дело на вас повесили. А мы-то чё? Вы-то чё? Тебе напомнить, что в субботу было? Ого, алё, моё бомбаньё. Макс, здорово. Здорово. Чё, футболом интересуешься? Да не особо, мне просто друг видосик скинул. Я думал, футбол любишь. В Москве, наверное, на «Спартак» лучше смотреть, да? Да, так я видел. Меня отец с собой на все матчи брал. В Италию, в Испанию. Тоже там не было. Вот это круто, капитан. Да слушай, да как-то я не особо, если честно, по футболу. Ну, а что там, ну, слушай, а борьбу как-то, ну, борьбу уважаешь? В смысле, что, Хабиба, что ли? Ой, ты же видел? Да, видел. Вживую? Да ладно, братан, расскажи, как оно. Да как? Все орут, эти дерутся. Да футбол, наверное, даже поинтереснее будет. Вот вы дикие, конечно. Ну, Хабиб, и что с того? Автограф, что ли, у него брать? Это я бы взял. Это понятно. Слушай, новенький, а ты вообще мужик? А ты что, меня обнять хочешь? Да нет, просто на футбольную команду один человечек нужен. Не хочешь влиться, а? Ну, если очень попросите. Слушай, да попросим, да? Да попросим. Очень попросим. Слушай, пойдем в спортзал, а? Давай. Пойдем в спортзал. Пойдем. В спортзал, а покажешь, как отжимаешься, а мы будем тебя просить, да? Попросим. Налево сейчас. Здесь? Ага. Ты что, прям тут? Да, прям тут. Давай, отжимайся. Давай. Слушайте, пацаны, а что-то я передумываю вашу команду. Как-то не по-мужски, да? Ага. Там думал, там передумал. Слушай, а у нас так дела-то не делаются. Короче, за каждый неровный отжим будешь получать прокам, понял? Нет, пацан, так не пойдет. Отвалить. Хан, помоги ему принять упор лежа. Давай, вставай, ну. Давай. Давай. Отжимайся. Что здесь происходит, а? За что вы его? Что не поделили? Хабиба. Кого? Никого. Я пойду. А если он побои снял, а? Мы его не сильно били. Угу. Знаю я ваше, не сильно. А если его потом найдут с этими побоями? Знаете, сколько народу умерло потом, после драк? От внутреннего кровоизлияния. Да он же на дне рождения был. На дне рождения? Дни рождения был. Там мог выпить. Отошел, упал, ударился. Ну, там отполз куда-нибудь и двинул коня. Алкоголь еще усугубляет. Понятно? Все, свободный. Андрей Максимович,
службы не верите в наши силы. Москву подключили. А что еще мне остается делать? 5 дней прошло, и все безрезультатно. Версию о похищении проверили? Проверяем. А вы думаете, это так просто? Вот вы подозреваете Бессонова. Но не сам же он ребенка крал, прости господи. Я никого не обвиняю. Это лишь рабочая версия. Но если бы он действовал, то через подставных людей. Мы сейчас проверяем его звонки, звонки его сына, видео с камер наблюдения. А это все время, Андрей Максимович. Вот думаю, что помощь из Москвы будет кстати. Да как вы не понимаете, что это не помощь? Это все лишние отчеты, проверки и давление. Это нас только отвлекает. Хотели как лучше получилось, как всегда, да? Что говорят дети, одноклассники? Одноклассники здесь ни при чем, как я и раньше думал. Все они тоже переживают. И все как один утверждают, что мальчик пришел на поляну пьяным. Это чушь! Макс не пьет! Вы, наверное, хотели сказать, Макс не пил. Ну, год уже прошел, а за год можно много измениться. С семьей надо чаще общаться. Таня. Я тут целый год хожу мимо этой аптеки, а я не знала, что ты здесь работаешь. Привет. Привет, Танюш. А вот видишь, на провизора выучился. А ты все не верила в меня. Говорила, нет у нас с тобой будущего. Ну, просто у каждого своя судьба. Я рада, что у тебя все хорошо сложилось. Я знаю, что ты на Тамаре женился, что дочка у вас. Да. Они же с моим Максимом в один класс ходят. Да-да, я слышал, что твой сын пропал. Она ничего не рассказывала? Лерка? Mm-hmm. Не, она мне не от мира сего. Артисткой стать хочет. Ну, не расстраивайся ты так, mm-hmm. а. Ну, найдется твой Максим. А хочешь, я тебе таблеток успокоительных дам? Без рецепта. Хороших. Будешь спокойно, как осина. А то он на тебе лица нет. Да, можно. Только какую-то гомеопатию пью, она не помогает. Ну, в моем случае не помогает. Слушай, а давай организуем встречу старых школьных друзей. Ну, как в старые добрые времена. Мы с Томкой, ты, пацанов позовем, кто в городе остался и кто жив. Надьку Яковлеву пригласим. Да уж, Надьку Яковлеву. Я встретила тут, ну, с полгода назад. Душевной встречи не получилось. За 5 минут вспомнили, что было, что не было. Что, опять дрались? Ну, ты вспомнил. Что в 11 классе было. Угу. Из-за тебя, между прочим. Ну, мы пришли на поляну, потом пришел Макс. Он уже был пьяный или где-то накидался. А как ты понял, что он пьяный? Ну как, от него пахло, и он приставал ко всем, хотел драться. Мы не пили. Макс пил. Макс пил на поляне? Нет, он сразу пьяный пришел. У нас не было алкоголя. А ты пьешь? Мне ж нельзя, я спортсмен. У нас режим. Мы его успокаивали. Говорили, не надо там, не надо. В общем, он сначала не слушал. Ну, а потом мы поиграли в игру. В какую игру? Ну, где надо говорить правду или что-то сделать. Да и он как-то сам успокоился. Там, сел где-то. Ну, мы играли, не замечали его. А потом смотрим, опа, а его уже нет. Ушел. Ну, мы позвали-позвали и тоже ушли. А почему искать не стали? Так темно же. Ну, мы позвали, поискали его. Может, он домой ушел, откуда мы знаем? Хантимир, а скажи, во сколько ты домой пришел?
ты часов в 10 пришел. Я в 11 уже спал, у нас режим. Павел Андреевич. Да садись. Опять звонили из Москвы. Уже оттуда. Пришлют они, скорее всего, подмогу. Больно нам тут нужна. Будут эти московские опять нос свой везде совать. У нас не то, что Плетнев не найден. Кстати, что по нему? Проверяем все оперативные сводки по району за последние 2 недели. Пока ничего. Документов при нем нет. О, Господи, понятно. В общем, будет у них за что зацепиться. Землю, родину, найдите мне этого Плетнева! Что у вас сегодня по плану? Должны заброшку обыскать. Да, что дети говорят? Что Ксения? Накопала чего? Допросы пока ведутся. Найдем. Добрый вечер, Валентин Иванович. Вы папа Леры Сотниковой? Слышь, что же подкрадываетесь-то сзади? Это у меня разрыв сердца сейчас будет. Вы не переживайте так. Аптека-то рядом. Если что, лекарство успокаивающее примите. Какое лекарство? Сейчас о чем? Да я ни о чем. Я хотел с вами о дочери поговорить. О. Лерка? А что Лерка? Хорошая девчонка. В школе нормально учится. На танцы раньше ходила. Артисткой стать хочет. Мать говорит. А вы что-то слышали о ситуации, которая произошла в воскресенье с Максимом Плетневым? Он Лерин одноклассник. Дочь вам ничего не рассказывала? Да, про Плетнева слышал. Мне жена вчера что-то утром такое говорила. А Лерка мне ничего не рассказывает. Они меня ни во что не ставят. Вы лучше у жены моей спросите. Может, она вам чего-нибудь расскажет. Жена ваша сказала, что ничего не знает. Я подумал, может быть, Лера с вами делится. Ну ладно. Не буду вас задерживать. До свидания. И вам не хворать. А, вспомнил. Тамарка мне сказала, что этот пацан пропавший, сын моей бывшей. Кого, простите? Ну, моей школьной любви. Таньки Михайловой. Первая красавица в Юровске была. Но у нее и тогда, и сейчас врагов выше крыши. Среди баб виноватых нужно искать в том, что сын ее пропал. Точно вам говорю, вот среди баб. Понятно. Спасибо. Ксения Николаевна, скажите мне честно, вы серьезно не замечаете, что дети говорят одно и то же? Мы как будто с вами в игрушки играем, как потешные войска. Кирилл Алексеевич, я просто выполняю свою работу. Моя работа – опросить детей и записать то, что они говорят. А узнать правду не входит в вашу работу? И так идет следствие. Но дети же явно что-то знают. Может быть, подключить специалистов из области, из Москвы. Послушайте, мы как-то сами привыкли решать свои проблемы. Да, войдите. Можно мы вместе? Что вместе? Зайдем вместе, чтобы не страшно. А что вы боитесь? Проходите. Так. Ася Коваль и Катя Морозова. Смотрите. Значит, сейчас я включу камеру. Угу. Так. Запись пошла. Так, рассказывайте, девочки, на камеру. Ну, что вы делали на поляне? Отмечали день рождения Сони Рябовой. Угу. А во сколько вы были на поляне? 3 часа. Угу. А во сколько пришел Максим Плетнев на поляну? 4 часа. Да, Макс пришел позже всех. Он был сильно пьяный. У нас алкоголя не было. Поднял крик, кидался на всех. Мы пытались его успокоить, но у нас ничего не получалось. Тогда мы сели играть в правду или действие у костра. Макс сам успокоился и сел под кустом. Когда уже стало темнеть, мы обнаружили, что Макса нет. Стали его искать, кричали, кричали, но он не отзывался. Я была дома в 10 вечера, в 11 легла спать. Я тоже. Что тоже? Тоже была дома в 10. А, ну да, как же иначе. Лучше скажите, вы ничего странного на поляне не заметили?
посмотрите, сестры милосердия подключились. Че, девчат, тоже в Москву захотелось? Плетнев, у тебя на всех-то хватит? Уходи отсюда. Уходи, пока не поздно. Я не знаю, что будет дальше. Денис, вы чего? Не все норм будет. Я тоже знаю, что будет дальше. Соню, психолога, Крылову нашу, следователя. Ну, вдруг я что-то не то скажу. И что тогда будет? Ася, ты девочка умная. Но если что, имитируй приступ астмы. А я тебя у себя в больнице всегда прикрою. Слышь, ты новенький. Еще один такой подкат, и тебе не на чем будет гулять. Я всем мальчикам нравлюсь. Всем от меня только одной нравится. Я вообще-то, меня тоже чувствую. Я тоже человек, а не корова с сиськами. Маргинал – это от латинского слова «марго» – «край». Человек, живущий на краю, живущий в своих убеждениях и не собирающийся эти убеждения менять. Ну, что ты сопишь-то? Миша, а что между тобой и Максимом произошло? Откуда такая ненависть? И ничего не произошло. Thank you.